Отказаться от личного транспорта в пользу общественного вынудит создание платных парковок в Челябинске. Это уже доказал опыт европейских городов и российских миллионников. Первая платная парковка должна была появиться в центре города, на Театральной площади. Шлагбаум обещали опустить к середине ноября. Однако въезд до сих пор свободный. Причины объяснили сегодня городские власти. Нужно подготовиться сначала всю нормативную базу, чтобы не получилось, как в некоторых других городах, где сначала деньги туда влили, в итоге система не работает. Мы, кстати, параллельно изучаем и смотрим, как это происходит в других городах. Вот, допустим, смотрим опыт Екатеринбурга, опыт Перми. И в рамках вот Союза российских городов и городов Урала мы просили, чтобы нам всю информацию объединили. Сколько времени может занять подготовка нормативной базы, не уточняется. При этом вся инфраструктура на пилотной площадке уже готова. Есть и шлагбаумы, и будка парковщика. За час стоянки на Театральной площади придется платить по 25 рублей. Такие парковки призваны уменьшить количество машин в центре города. По задумке водители предпочтут оставить авто подальше от главных улиц, а значит и выхлопов будет меньше. Еще один ожидаемый эффект – решение проблемы нехватки парковочных мест. Власти города считают, что горожане не будут оставлять транспорт на платной парковке надолго, а ровно настолько, чтобы решить необходимые дела.